Ребятки, всем приветик. Сейчас хочу пойти поснимать супермаркет. Не знаю, если вы видите это видео, то, скорее всего, что у меня все получилось. Будем смотреть на наплыв людей. Кстати, я завел Инстаграм. Там пока ничего нет, но ссылка будет в описании, поэтому можно подписаться и, в принципе, задавать какие-то вопросы, какие-то идеи. Вот. Ну и буду выкладывать там тоже какую-то информацию, может быть, цены с магазина, там, не знаю. Короче, посмотрю, как будет настроение и что будет подворачиваться под руку, то и буду выставлять. И всем огромное спасибо. На момент записи этого фрагмента у меня 162 подписчика. Спасибо, что подписываетесь, комментируете, ставите лайки. Так, бананчики 1,99 за килограмм. Репчатый лук 2 евро 2 килограмма. В общем, 1 евро 1 килограмм. Чеснок 200 грамм 1,29 фасованный. Перец 1,19, это цена за 500 граммов, где, вот видно. Брокколи полкилограмма 1,50 евро. Фасованная морковка 2 килограмма 1,69. Вот снизу цена за килограмм 0,85. Картоха за фасовку 4 килограмма 3,19. В общем, это, кстати, самая дешевая картошка, которая есть. Она такая чуть мелковатая, 0,80 стоит. А вот это вот уже покрупнее, 1,32 за килограмм. Пластмассовые помидоры, они, в принципе, по виду пластмассовые. Короче, 2 евро килограмм. Огурцы 0,89 за штуку. Короче, тоже пластмасса безвкусная. Черри 2 евро 250 грамм. Рядышком, короче, 1 евро. Тоже 250. Зеленый лучок за связочку 70 евро центов. Киви 3 евро килограмм. Либо есть поштучно по 40 центов. Так, ребята, по традиции вам как и покажу. 70 евро центов за штучку. Лимон фасованный за килограмм 1 евро. Но это по акции. Без акции 1,40. Апельсины по акции 1,50, без акции 2 евро за килограммчик. А рядом клементин. Ну, они уже фасованы, это цена за фасовку, а за килограмм 1,73. Так, может, кому лайм будет интересно. 300 граммов 1 евро. Рядом гранат 0,85 за штучку. Манго, ну такой, честно говоря, маленький, слабенький. 1 евро штучка. Ананас, кстати, довольно-таки крупный. 1,80 и помело за штучку 2,79. Яблочки килограмм 1,5 евро. Это у нас семеренко, я так понимаю. Вроде как похоже. 2 евро килограмм. Кока-кола Zero 2 литра 1,29. Кстати, цена хорошая. Фанта в банках в ассортименте 0,85. Так, сок за литр, цены разные, 1,49, 1,39, 1,99. Короче, все зависит от производителя, и био они или не био. Ребята, я не знаток таких вещей, поэтому сами смотрите цены. И что там должно быть внутри. Гель Акс 250 миллилитров, 2,45. Так, это у нас зубные пасты и щетки. Тоже посмотрите цены. Крем Невея. Не знаю, такой и такой. Два вместе стоят, цена одна и та же. 3,45. 9,99 по акции килограмм кофе. Вот такого. Не знаю, что за кофе. Ну, наверное, хороший. А может и нет. Так, горошек торговой марки Пенни. 425 грамм. Ага, чистого веса 265. 0,89. Так, банка огурчиков 2,50, чистый вес огурцов 360. Блин, ну недешево. Кстати, а вот большая банка, 1,5-литровая, но огурцов там 850 грамм, 1,80. Спаржа, такая баночка, 1 евро. Так, ребята, 1,30, посмотрите, вот такая вот банка. Морковочка и горошек. Детское питание. Вот такие цены. Что тут? Бэби Вита
А, ну все, бобивита. Ну вот так вот. Что касается сухого корма бобивита, вот за пачки цена. Вот цена на памперсы, тройка, четверка. Цена одна и та же, 7,65. Короче, в левой 34 штучки, в правой 36. Не знаю, кстати, дорого это или нет. Так, ребята, цена на соусы. Вот, кстати, популярный соус Табаско, 60 мл, 3,49. Томаты за 400-граммовую баночку, 1,50. 500 грамм, короче, вот такие листики для лазаньи. Так, макарошки всякие в ассортименте, 2 евро, полкилограмма. Короче, не знаю, цена за 500 грамм, что это за дичь такая жестковатая, без понятия. Цену показал. Так, это уже попроще, спагетти, полкилограмма, 1,29. Рядом вот такие всякие крученые и просто трубчатые, 1,79 за полкилограмма. А вот, кстати, табаско шрирача, 3,79 за сколько там? 256 грамм. Масло вот такого бренда, сколько там? 750 миллилитров, 4,80. А вот рапсовое масло, 750, 5,50, но я не знаю, дороговато. Да и рапсовое масло мне как-то не заходит, не знаю, вкус какой-то у него странный. Я привык лично к подсолнечному, оно гораздо ароматней. Так, может, кому-то интересно, бальзамик 250 мл, 1,5 евро. Да вот, повторюсь, то, что я говорил, дорогое масло 750 мл, 5,50, а рядышком рапсовое стоит 2,19, 500 мл. Так, слева оливковое, 5 евро, 750 мл. Разный уксус, здесь 500 мл, 3,60, а вот здесь 750, это яблочный, справа виноградный был, это яблочный, 1,25. Кстати, вот есть масло, 6 евро, это у нас что, тыквенное. Рис, пачка риса 1 килограмм, 1,5 евро. Рядышком вот тоже есть 2,50, короче, я так понимаю, от риса зависит, и от торговой марки вот 2,70. Кстати, вот есть бюджетные макарошки, 1,10, вот такие. Немножко покажу пиво. Кстати, в этом магазине ассортимент пива, ну, такой себе, скажем так, слабенький. Пиво есть разное. Короче, в районе там 80 центов, 1 евро в баночку. Вот такие вот шоколадные конфеты. Они, кстати, не пустотелые, полые внутри. 1,20 за 200 грамм. Кстати, хорошая цена. Я брал, по-моему, 1,59 за 180 граммов. Различная Мивина или Ролтон, как все привыкли, 60 центов за штучку. Впервые в Германии увидел вот такую вот приблуду. Консервированные сосиски, тем более они есть разного размера. Есть в жестяной баночке, короче, 3,50 за... Чистый вес 330 граммов. Блин, не знаю, нахера консервировать сосиски. Может, кто-то знает, скажите, пожалуйста, зачем? Цена за 300 грамм 4 евро. Ну, я подозреваю, что вот это вот сало копченое, оно безумно жесткое будет. Оно и на ощупь такое, конечно, очень жесткое. Кстати, вот такой калач, или не знаю, как его правильно назвать, 4 евро за килограмм. Вот это вот очень вкусная штучка. Вот эта мука, 1,29 за килограмм, а рядом сахар. Я, конечно, ценник не нашел. А, вот, наверное, сахар, да, тоже 1,29. И мука, и сахар, 1,29 за килограммчик. Кстати, соли я не вижу. Оп. А вот какой-то сахарок для выпечки, не знаю. Может, он темный. Короче, 1,80 за килограмм. Сахар в кубиках 1,50 за кг. Я как-то вам показывал цветные яйца в другом магазине. 2,19 за десяток. Блин, короче, мы их купили. Короче, я их купил пожарить, а они оказались вареные. Короче, там написано, что они вареные. Ну, блин, не всем понятно, что написано на упаковке. Самая стандартная цена на яйца, короче, 2 евро за 10 штучек. Ну, есть и дороже, это самое дешевое. 9 евро, водка Смирнов Малинка. Так, такой ополаскиватель для рта за 2 штучки, 7 евро.
Нутелла. Слева 750 граммов, справа 450. Такие большие коробки хлопьев, 2,50 за 750 грамм. Ну, коробка реально огромная. Так, ребята, 1,20 булочки. Такая упаковочка 540 грамм. Знатоки мне уже сказали, что это чтобы разогреть в микроволновке, и она была свежая. Вот для этого их замораживают. Спасибо знатокам. 2,600, 16,24 за такую уточку. Это утейка у нас. Так, это индейка 3,800. Цена 38 евро. За килограмм 10 евро. А вот есть пиццы под 3,56. Тоже, кстати, неплохо выглядят. Ребята, куриное филе за килограмм 10 евро. А вот в таких фасовочках по 400 грамм уже нарезано. Сколько за килограмм? 11,23. Так, вот 2 евро. Это индюшиное сердце за 300 граммов, 2 евро. Ну, крупное. Целая курейка охлажденная за килограмм 5 евро. Короче, вот курица получается 5,70 за 1,140. Голень за килограмм 5,82. Вот они пофасованы. Ну, голень куриная, как голень. Ничего особенного. Вот цена 4,54. Это у нас за четверти. Цена за килограммчик. Так, короче, что я увидел. 1,70 за 600 грамм. За килограмм 2,82. Короче, жареные блинчики уже. Короче, для ленивых все тут есть. Так, нарезная колбаска. Вот цена за слева 100 грамм, а дальше 150. Ну, короче, в среднем где-то 1,3 евро за 100 грамм. 1,30 100 граммов. Это такой сыр. Кстати, очень вкусный, намазывать на хлебушек. Вот популярный сыр Филадельфия, 175 грамм за такую коробочку, 1,85 евро. Рядышком вот чуть другой, тоже такая же цена. Сливочное масло за 250 грамм, 2,25. Вот такие вот сосисочки. Здесь в фасовке 600 граммов, цена 4 евро за 600 грамм. Килограмм 6,65. Ребят, покажу кое-какой хлебчик, полкилограмма, 1,50, вот такой вот нарезанный. Это 400 грамм, 2 евро. Короче, цены разные. А вот 1,89, 400 грамм, тоже вот тонко нарезан. А вот по центру полкилограмма, 1 евро. Так, 8,73 цена за килограмм. А за эту упаковку 400 грамм, 3,50. Гауда, кстати, нашел сыр. А, он тоже нарезан. Я думал, не нарезан, нарезан. Ну, кстати, цена более-менее адекватная. Вот тоже 3,50 за 400 граммов. Ну, короче, такая же цена. Тоже нарезан. Я, честно говоря, сначала глянул, думал в брусочках. Ну, цена более-менее, кстати, еще. Потому что если подняться выше, тут уже 14,33 цена. Литр молочка 1,5%, 1 евро. А вот рядышком молочко, жирность 3,5. Цена, кстати, более-менее 1,09. Ребята, смотрите, цены на алкоголь. Что-то мне кажется, 13 евро за птичку, блин, дороговастенько. Егерь за 0,7 13 евро. Апероль 0,7 10 евро. Рядом тоже какой-то аналог 0,7 4 евро. Но подозреваю, что качество дерьмо. Так, бутылочки у нас 0,7. Слева ирландские виски 12 евро, а Джек Дэниелс 19. Различные шампанское. Цены, кстати, разные. Разброс большой. Так, а вот стенд со скидочками. Короче, цена по скидке. Зубровочка 0,7, вот какой-то виски непонятный. Текилка слева 10 евро, справа 10. По центру джин у нас по 8 евро. Бакарди по скидке за 0,7 10 евро. Мартини большая бутылка 0,75 8 евро, вот она. А это у нас Бьянка 3 евро за бутылочку 0,7. Виски Балантайс 13,50 за бутылку 0,7. Водка Борисов 5,19 за 0,7. Ну, кстати, в ней 37,5 градусов. Ребята, ну что, отснял я супермаркет Penny. Скажу сразу, что у меня к нему такое отношение не очень. Он мне не нравится, в нем маленький ассортимент. Ну, не знаю, короче, не зашел мне этот магазинчик. Пока самый такой хороший, это
Вазгау. Он мне больше всего нравится, у него больше всего ассортимент. Я постарался показать максимально ходовые и, ну, в принципе, большой ассортимент товаров. Понятно, что все показать невозможно. Если вас конкретно какие-то товары интересуют, пишите в описании. Буду стараться показывать, не забывать. Потому что народ, который ходит в магазине, он меня немножко сбивает с пути истинного, так скажем. Ребята, ну что, всем хорошего дня. Спасибо, что посмотрели этот видосик. Всем удачи, до новых встреч.